снег, дождь, другие ненастья, идут работы на вокзальной площади. На прошлой неделе в ходе инспекционного рейда Владимир Шарыпов отметил, что завершить глобальную реконструкцию обязательно в срок до 1 декабря, несмотря ни на что. Подрядчики отмечали, что не успевают. Теперь графики скорректированы, и рабочие приступили к укладке основания разворотного кольца для троллейбусов. Также специалисты проводят работы по обустройству ливневой канализации и прокладке электрических кабелей для наружного освещения. За ходом работ по наставлению мэра сотрудники администрации теперь следят ежедневно. Действительно, работы были затянуты. Это, в первую очередь, было связано с покупкой материалов подрядчикам. Покупались так опоры контактной сети, то есть и сама контактная сеть, опоры уличного освещения, то есть те материалы, которые были требовались предварительной закупки.